Привет, красавчики! Всем вам хорошего дня! Всех вас с Новым годом! Смотрите, сейчас делаем обзор теплички, которая была собрана в стиле Midlider. Как говорится, вот прошли первые холода, вот снежочек был, там ледика чуть-чуть. И сейчас смотрим, как бы ничего нигде, чтобы не провалось, нигде ничего. Смотрим ее состояние. Ну, все вроде бы хорошо, да, нормальненько все тут держится, нигде ничего не провалось. Дырочек нема. Значит, составляющие какие? Вот получается, сейчас пойдем, зайдем вовнутрь, покажу более подробно, да, что там есть. Итак, смотрите, вот такая тут внутри тепличка. Оп. Вон получается одно окно, оно у нас сейчас закрыто, а вон второе окно открыто на проветривание. Видите, вот внутри собирается конденсат. О, погнала вода капать. Видите, погнала капать. Значит, что? Тепло. Достаточно. Но для растения, возможно, здесь, как бы, если ее подтапливать, то будет тепленько. В принципе, вариантик такой работоспособный. Так, значит, с чего у нас составлено? Получается, брус 50 на 50. Ну, покрашен где-то, конечно, краски чуть не хватило, там не покрасил. Так, короче, брус прогрунтован и покрашен. Брус 50 на 50. Саморезы использовались на 100, на 150 и на 250. Вот, значит, что пленочка тепличная с добавлением ультрафиолетовых, чтобы, ну, да, не пересыхала пленка, не так быстро рвалась. И агроволокно. Фух, он по периметру. Опа, зашито все, красивенько собраны. Окна на проветривание. Кстати, да-да-да, напомните мне, если в этом году, вот видите, тут вот окно, да, и тут вот окно. И вот, и что вот тут нужно тоже сделать окно, где будет стоять гидропонная система, как аквапод-клик на 17. Напомните обязательно, в комментариях напишите. Итак, а вот это вот, видите, такая труба на 100. Это, короче, я собирал вертикальную системку. Как бы интересный рабочий вариант. Ну, надо, скажем так, вот, ну, чуть-чуть его доработать, в принципе, и все. Будет вот такой вот топчик. Думаю, в этом году мы это все покажем, проверим. А вот, вот эта вот чинампочка, то, что вот, опа, да, плавучие листы, да, вот так вот, то, что делаю сейчас. Оп, салатики выращиваю. Здесь я планировал растишечек, но в этом году, я думаю, наверное, сюда салатиками буду засаживать. Дальше покажем. Кстати, очень рабочая системка, вообще эконом-вариант, бюджет полнейший. Если, кстати, будет интересно, я про нее поподробнее расскажу. Вещь вот такая, отличная. А предыдущие видосики можете посмотреть на каналчике, ссылочка будет внизу. Вот так вот, друзья, в общем, вот такая вот тепличка, все, она прошла свою, как говорится, работоспособность, я в ней уверен, все, красавчики, вы красавчики, а только там будет рыбочка вырвать. Итак, друзья, если понравился видосик, ставь лайкосик, подписывайся на каналчик, если тебе нужны ткани, горшочки, грудник, давай заходи на сайт, там ты найдешь большое разнообразие, от литра до 1000, более 15 видов и более 700 литражей. Большой выбор. Так же самое гидропонные системки Aquapod Click нового поколения, RDVC, Big Miss. Короче, все системки вы можете найти по ссылочке. Ссылочка будет внизу. Time to go, вы красавчики.